Итак, ребятки, всем привет, с вами Fisherman Hunter. Ну что я вам хочу сказать, нету видосиков у меня пока что, вот не знаю, чем себя занять. Решил вам похвастаться своими монетами. Хотел в выходные сходить пострелять, но тут у нас морозы, блин, 38 градусов. Вот, это царские монеты Николая II. Чисто коллекция, чисто по Николаю II. Сейчас каждую монетку покажу. Тут, короче, 1/2 копейки, 1 копейка, 2 копейки, 3 и 5 копеек. Сейчас рассортирую и покажу. Хочу, кстати, попросить тех людей, которые не подписаны на мой канал, подписаться и поставить колокольчик. Все, пошла первая монета. 1/2 копейки 1896 года. 1/2 копейки 1897 года. Также сама 1/2 1898. 899 год. 900 год, ребятки. Так будет лучше. О как. 908 год, ребятки. 909 год. 910 год. 911 год, ребятишки. 912 состояние такое вот. Ох-ох-ох. 913 год, ребятишки. 914 год. 915, ребятки. Вот все целиком монетки, 1/2 копейки, короче. Начинается с 896-го. И заканчивая 915 годом. Не хватает, короче, по-моему, 3 или 4 монетки до полной коллекции Николая II. Именно этих монет 1/2 копейки. Итак, ребятки, добрались до 1 копейки 894 года. 895. 896, ребятишки. 97, ребятишки. 98. 899. 900 год, ребятки. 901 год. 902 год. 903 год. 904 год. 905 год. 906 год, ребятки. 907 год. 908 год. 909 год. 910 год, ребятки. 911 год, ребятишки. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. 912 год. 913 год. 914 год. 915 год, ребята. И завершает 1 копейку 916 год. Все монеты оригинальные, ребятки. Сейчас будут 2 копейки. Ну и целиком коллекция 1 копейки. Вот они пошли. Вот такие вот копеюшечки у нас. Вот так вот, ребятки. Делитесь видосом со своими знакомыми, которые собирают монеты. Может, поменяемся, ну чё? Весь одинаковые. 2 копейки 894 года. 895 год. 896 год. 897. 898. 899. 900 год. 901 год. 902 год, ребята. 903 год, ребятишки. 904 год. 905 год. 906 год. 907. 908 год. 909. 910 год, ребята. 911. 912. 913. 914. 915 год.
Ну и вот вся коллекция 994 год по 915 век копейки, короче. Вот она. Со мной целиком, чтобы узнали, что это мои монеты. Ну, я думаю, охотникам это сильно не интересно, но так как мне нечего снимать и видосов никаких нет выложить пока что, выкидываю вот эти вот монетки свои. Если нравится, ставьте лайки. Сейчас будет, короче, 3 копейки демонстрироваться. Ребята, пардон, 916 год, 2 копейки, вот, нашлась. В 3 копейках спряталась. 3 копейки 894 года. 3 копейки 895-го. 96-го, ребята. 897 год. 898-й. 899-й. 900-й год. 901-й год. 902-й год. 903-й год, ребята. 904-й год. 905-й. 906-й. 907-й. 908-й год. 909-й. 910-й. 911 год, 912 год, 913, 914, 915, 916, ребята. Все показываю кучей. Ну и вот коллекция целиком 3 копеечки. Кому интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Кто может меня переплюнуть, переплюньте. Сейчас будет 5 копеек. Вот, ребятки, 5 копеек 911 года. В коллекции их должно быть 3 штуки, но у меня всего одна. Сейчас по возрастанию положу. Ну вот, типа как-то так в царские времена выглядели монетки. Есть еще, конечно, 1/4 копейки, но у меня ее нету. Вот 1/2, 1 копейка, все 911 года. 2, 3, 5. Все, ребятки. Ставьте вот такой вот пальчик вверх. А можете и вниз ставить. Всем удачи. Не забывайте про колокольчик. Пишите комментарии свои. Всем отвечу и подпишусь на вас. До свидания.